Прокуратура заставила чиновников обеспечить соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду. Экологическую безопасность восстановили на территории Старомаинского района. Здесь ликвидировали свалку. Вот что по телефону рассказал заместитель прокурора района Дмитрий Котельников. Ранее прокурорской проверкой была обнаружена несанкционированная свалка бытового и строительного мусора на земельном участке между селами Садовка и Красная река Старомаинского района Ульяновской области. Согласно закону, органы местного самоуправления являются ответственными за состояние окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории муниципальных образований. Общественные пространства подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. Несоблюдение должностными лицами администрации муниципального образования Старомаинский район данных требований могло повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, а также создать угрозу жизни и здоровью граждан. В этой связи прокурор Старомаинского района направил в суд заявление об обязании администрации муниципалитета незамедлительно устранить выявленные нарушения, которое было удовлетворено. На сегодняшний день свалка бытового и строительного мусора между селами Садовка и Красная река ликвидирована. Рекультивация земельного участка проведена.